О, у меня даже сердечко есть уже. Привет, привет. Привет, Омск. Салам. Да, решили почаще выходить. Люди просят выходить почаще, времени больше. Я на диете, отлично. Флорида, привет, Флорида. Привет, привет, Новосибирск. Салам алейкум, Москва. Говядину в агрокомплексе покупаю. Привет, привет, Ульяновск. Привет, привет. Да, вопросы сейчас будем задавать, будем отвечать. Привет. Есть у нас часик времени. Старый оскол. Тимур, привет. Салам алейкум. Нет, в разу не держу. Взаимно, я тоже рад вас всех видеть. Привет, Армавир. Все, кто на тренировке, всем хорошей тренировки. Задайте жару. Медведев из Ставрополя. Привет, привет. Помню такого. Всем, кто с тренировки, хорошего восстановления. Грозный привет. Optimum Nutrition. Ну да, вполне бюджетная фирма и вполне соответствует своим ценам. Привет, Иркутск, Грозный. Что с кем? Не знаю. Питер, привет. Спасибо, да, стараемся. Да, предтреники пью. Витамины. Витамины сейчас пью сановские. Вот. Витамины, минералы. Привет. С дыханием, нормально дыхание. Наверное, кондиционер может вам слышаться. Сверху кондиционер надо мной. Спасибо, спасибо. Какой предтреник посоветую? Сейчас покажу вам пару предтреников. Покажи им Джекил Хайп. Может быть, насморк чуть-чуть тоже. У меня немножко нос, потому что целый день работает кондиционер. На улице нереальная жара просто. У меня на балконе кондиционера нет. Выхожу, голова взрывается. 31 год. БЦА. Сейчас покажу все, что я вам посоветую. Сейчас посоветую БЦА. Дагестанец по нации. Привет, привет. Если есть с диетой какие-то проблемы, то, скорее всего, надо поискать где. Потому что, ну, если диета правильная, вариантов нет. Все будет получаться нормально. Во время поста я бы посоветовал все-таки отдохнуть. Вот. Пухлый. Не знаю. Наверное, набрал немножко. Во время поста все-таки лучше отдохнуть и тренироваться поменьше. Нет, геморрои бывают у тех, кто наоборот ничего не делает. Так, мы лишних начинаем банить. Сразу говорю, шутники у нас уходят в бан и больше никогда в жизни сюда не попадут. Вот. Те, кто хотят общаться, узнавать информацию, пожалуйста, всем ответим. Те, кто не хочет, просто улетают, и потом уже были такие, которые вылетали, потом там пишут ВКонтакте, извините, я там вот мне сейчас надо, все, до свидания, лузеров будем выкидывать сразу. Вот предтреники, кто спрашивал, доктор Джекил. ProSap – это фирма, бренд, который я представляю сейчас, 122 вес. Это такой памперный предтреник, довольно легкий. Вот. И довольно мощный предтреник, это уже для тех, кто хочет реально покачать. Вот мистер доктор Джекил и мистер Хайд. Два предтреника. Вот. Как бы Джекил помягче, Хайд пожестче. Цены на ProSaps низкие. ProSaps самая дорогая фирма.
У Прусапа самое дорогое питание. Поэтому, если вы где-то находите по низкой цене, задумайтесь, Прусап это или нет. Очень дорогой бренд Прусап, потому что это профессиональный бренд. Бренд для профессиональных спортсменов. Да, я на диете, да, и химии в том числе. Вы пишете профессиональному бодибилдеру и сомневаетесь, что я на фармакологии. Да, WhatsApp есть. Да, шею вот начал качать. Давно не качал, потому что одно время была слишком большая. И уже начала пропорцию сбивать. Тренер меня очень сильно поругал и сказал, надо перестать качать шею. Потому что шея была в обхвате 56 сантиметров. Это было очень много и реально сбивало вид. Сильно накачанная шея тоже вид сбивает. Пельмени нет, не люблю на самом деле. Не ем пельмени. Вот. Шею как качаю. Но это показывать надо. Я думаю, что так я не объясню. Так, еще один в бан уходит. Смотри, братуха, ты летишь в бан и больше сюда не зайдешь. Еще есть смешные люди. Так. Глютамин, да, очень хорошая добавка. Воды в день каждому по-разному. Сегодня я целый день дома, и поэтому воды пью не так много. Вчера был целый день на жаре, конечно, воды употреблял намного больше. Не дашь свой номер? Назвать, дайте свой номер. Нет, не дашь. Мой номер написан абсолютно везде. В инфе к Инстаграме, заходите в Инстаграм, смотрите, там все есть. Заходите на страницу ВКонтакт, там тоже все есть. Аргинин для пампа, да, хорошо. Скажите, много народу у нас в группе сейчас в трансляции, кто на диете сидит? Я хотел вам показать одну штучку, которую сегодня приготовил. Есть люди на диете. Так, еще хотел спросить, если есть такой парень с ником Лакиц, если есть такой, в прошлой трансляции я пересматривал трансляцию и, блин, мне честно было стыдно, если ты смотришь трансляцию, я очень судорожно извиняюсь, потому что столько раз ты спрашивал у меня вопрос, и я не знаю, как я мог не видеть, блин, тому же все уже и поржали, и я судорожно извиняюсь, напиши свой вопрос, я дам тебе ответ на него, потому что пересматривал трансляцию, как я мог пропустить столько раз, ты попросил меня, я не смог ответить. Можете заказать на сайте 5ЛБ. Давай покажем вам, что у нас сегодня есть. Сейчас я вам покажу одну маленькую штучку красивую. Покажи нам в экран. Вот, смотрите. Ну, посадись поближе, люди же не видят. Вот, такая вот красота. Вот, видите? Приготовили. Давай, расскажи нам, из чего ты это приготовила. Сейчас с вами поделятся маленьким рецептом для тех, кто хочет. Ну, рассказывай. Блинчики протеиновые. Короче, что там у меня? 2 скупа протеина ProSap, 40 грамм овсяной муки, 1 пакетик разрыхлителя, 2 белка яичных, и все. Ну, можете заменитель сахара добавить, если любите. Саша комбайн. Нет, я нормальный человек. Кухонный комбайн. Можете добавить... Руслан, посмотри, как у нее плечи подросли. Посмотри на ее дельты. Вот. Они у меня не сладкие. Протеин сам по себе сладкий. Там покажи банку, на чем мы сделали. Мы сделали на просаповском изоляте. Вот, на таком изоляте сделали. Поэтому она сейчас расскажет рецепт. Можете пересмотреть трансляцию, кому интересно, и повторить. Очень вкусно на самом деле. Короче, промазала обезжиренным творогом и положила туда банан и киви. Ну, кто как хочет.
Банан, киви, клубника, свежие ягоды вполне можно, как бы, я думаю, заменить. Джем какой-нибудь. Да, для настроения. Да, протеин, конечно, на диете нужен. Протеин нужен всегда, если есть деньги, конечно, стоит употреблять хороший качественный белок. It's your girlfriend, говорит. Yes, it's my girlfriend. Блины с мороженым? Не, ну мороженое же калорийное. Нет, если это протеиновое мороженое, но оно растает. Вот, я могу еще вам показать, что мне делают, как бы, принеси сэндвич. Вот, покажу вам один сэндвич, как бы, я не скажу, что он сильно диетический, но я его ем с утра, у меня днем сейчас тренировка. Нет, я вас не съем, меня кормят дома хорошо. У меня днем сейчас тренировки идут днем, вот, и поэтому я употребляю такую немножко калорийную пищу за где-то час до тренировки. 122 вешу. Покажи сэндвич. Вот такой сэндвич, посмотрите. Вот такие клаб-сэндвичи. Покажи, что там внутри у нас. Соуса нет. Вот. Соус ему не ложим. А, немножко сыра нежирного, куриное филе. Хлеб для тостов, да, это хлеб для тостов, вот он единственное, что он немножко калорийный, конечно, а так все остальное. На вопросы отвечу, не беспокойтесь. Вот, на антипригарной сковороде, только на антипригарной, никаких масел, ничего. Вот, тосты для хлеба, листья салата, свежие помидоры, куриное филе, никаких соусов, ничего. Хлеб вообще есть нельзя. Это я просто, я же говорю, у меня сейчас, в принципе, массонабор. Вот все, что я себе позволяю, это до тренировки вот таких вот пару сэндвичей, потому что они немножко калорийные. Нет, 15 килограмм за неделю вы никогда не похудеете. А с Пасакукоцком, ну, блин, ну, хороший парень. Скажу честно, я смотрел пару раз... тайские каникулы. Мне вполне понравилось, как он себя ведет и позиционирует. Молодец. Я думаю, что над ним, вот многие, кто над ним стебутся, ну, у нас народ такой, дай только постебаться над кем-нибудь. На самом деле хороший. Сбросить можно и 50 килограмм. Просто дело в том, что больше 2 килограммов жира не уходит в месяц. У вас полный распад мышечной массы, поверьте мне, через... месяц вы наберете уже не 15, а 30. Объяснять долго, как это происходит. Можете посмотреть мои семинары на моем канале. Вот. В Ютубе наберите Адам Абакаров, посмотрите семинары. Я там рассказываю, как происходит похудение и все остальное. Мануальщик, блин, надо взять телефон. Есть один парень хороший. Не знаю, как он на него, на контакт его вывести. Постараюсь взять у него номер телефона. И, как бы, если кто хочет, звоните. Да, я тренер. Спасибо за лайки. Огромное спасибо. Я все вижу. Приятно. Зачем я пошел на семинар Дмитрия Голубочкина? Во-первых, увидеться с Дмитрием. Не поверите, все свои дела отложил, нашел время. Причем я был без машины на то время, и мы поехали. Нет, на самом деле не успеваю. Вас пишет миллион. Я отвечаю на вопрос, я не могу сразу отвечать на 50 вопросов. Я искренне хочу постараться ответить вам всем, но не получается. Лайки цвета какашки, это мои. Спасибо большое, Руслан. Вот. А что касается семинара, боксеру шатает, бля. Что-то ни одного, еще раз говорю, что-то ни одного вашего боксера не нашлось, который меня ушатывает. Только в интернете меня ушатывают всякие псевдобоксеры. Мне очень, знаете, что нравится? Вот такие люди, которые могут что-то написать, не знаю. У меня есть... мои близкие друзья, мастера спорта по боксу, которые никогда в жизни не пойдут в интернет самоутверждаться. Это люди, которые все делают в реале и всегда уважают остальных. Вот. А вот тот, кто говорит, ушатает, ты не знаешь, блин, чем я занимался и сколько лет я отдал боевым видам спорта. И за то, что ты
говоришь то, чего ты не знаешь, тебя можно предъявить. Тебя вытащить можно на улицу и сказать: а ну обоснуй, сучара, ты что, меня знаешь с детства, что ли, чтобы болтать там что-то. Для того, чтобы ты говорил обо мне, ты должен обо мне что-то знать. Если ты этого не обоснуешь, я тебя басу на улице, блядь, ты ничего не сможешь за это сделать. Черт, блядь. Запарили, боксеры ушатают, блин. Сейчас что этот раз этот пидор напишет, в бан отправил, ушатаю его в бане нахер где-нибудь. Давай, давай, мать твоя, пердун, сука, черт, блядь. Все, успокоился, поехали дальше. А что касается, насчет чего я говорил, уже сбился, блин. Ну ладно, а? Про Голубочкина. Был без машины на данный момент и поехал даже на Блакаре. На сайте Блаблакар поехал в Новороссийск 200 километров, просто чтобы увидеться с Голубочкиным и пообщаться, на самом деле задать несколько вопросов. Заходите в ВКонтакт, в Инстаграм, вот часто стараюсь там. Спасибо вам огромное. Вот, Виталий, блин, как я по вам скучаю, если бы ты знал. Тренировку снимал буквально позавчера, но так, к сожалению, трансляция не получилась. Я не знаю, все-таки дома Wi-Fi и все удобно, в зале интернет плохой. Сняли почти 50 минут, а видео оказалось 15. Делали такие хорошие сеты, жал на плечи и 140 килограмм, и 170 килограмм, а в трансляции остался только разминочный подход и два последних, не махов. Я не знаю, как это получилось.